Всем здравствуйте, доброго дня. Вот реле поворотников. Реле поворотников ВАЗ, автомобили ВАЗ. ВАЗ-2108-09, ВАЗ-2110, ну и так далее. Вроде бы и на колено такие ставятся. Трехконтактная. 31 контакт. 49А и 49. Значит, купил только что я его в магазине по цене 192 рубля на сегодняшний день. Вот. Значит, после покупки в магазине негде проверить, решил его проверить. Для того, чтобы проверить это реле, нужно правильно подключить его. Сейчас я вам это покажу. Вот этот провод у меня от минусовой клеммы аккумулятора. Вот этот вот синенький. Вот этот красной изолентой обмотанный от плюсовой 12-вольтового аккумулятора. Берем реле. Ну, ставим его в таком положении. Получается, у нас контакт 49А наверху. 49-й контакт справа. А 31-й контакт слева. Вот он. Вот на 31-й контакт подключаем минусовую клемму, на плюсовой плюсовую клемму подключаем на 49-й контакт. Вот. Чтобы убедиться, что реле рабочее, у меня есть вот такой пробничек небольшой. Мощность лампочки, конечно, маловато, поэтому она будет моргать быстро. Так как в этом реле есть такая функция, как обратная связь, которая, ну, проверяет, не сломались ли, не перегорели лампочки. То есть, если какая-то из четырех лампочек поворотников перегорает, это реле начинает моргать более быстро. Ну, то есть, быстрее начинается моргание всех оставшихся трех лампочек или там двух лампочек. Вот. Одним контактом пробника подключаюсь к минусовой клемме 31, другим контактом пробника подключаюсь к 49А клемме. И вот мы видим быстрое моргание. То есть нужно увеличить мощность лампочки, чтобы она моргала, или поставить 4 лампочки соответствующих автомобильным четырем лампочкам, или двум, скорее всего двум, потому что моргает же правая сторона две лампочки, потом левая сторона две лампочки, ну, на аварийке моргают все четыре. То есть нужны достаточно мощные лампочки, но эта лампочка слабоватая, ну, поэтому вот такое быстрое моргание за счет внутренней схемы. Которая встроена в это реле. Я это реле купил для ремонта штатного реле автомобиля Nissan Куб, в частности. Значит, все подходит, кроме правильности подключения. Но в этом я расскажу в другом видео. Все, всем спасибо. До свидания. Проверяйте реле вот таким способом.